Добрый день. Для вот этих инструментов моих я хотел сначала сшить из ткани, ну куда их вставлять, потому что вместе с инструментами лезвие хорошо наточенное, в ящике с инструментами оно лежит, оно тупится, друг от друга там трется. Я же говорю, хотел ткань шить, но она очень острая, и ткань быстро прорежет. Поэтому решил коробочку сделать для этих инструментов. За счет вот этого ножа у меня получается нож сам 19 сантиметров. Ну и сантиметр подступал для бортиков. Вот так это дело у меня получится. Теперь замеряю самую толстую рукоятку, 3 сантиметра. Да, 3 сантиметра. Ну и отрезаю и отпиливаю. Так, значит, что у нас тут? 21,5. А так у нас 3. И сверху еще будет же крышка задвигаться, значит 4. Понавыпиливал. Ну, две, понятно, две такие по этим, по краям. Одну сюда. И поменьше сюда, потому что то, что так оно будет. А вот где вот эта риска, там же будет заходить, крышка задвигаться. Крышку я с вот такой штуки буду делать. Кто родился в советское время, знает, что это за материал. Я не помню, как он называется, поэтому не скажу. Это вот такие советские столы, тоже такая штука. На стульях, на столах применялась раньше. Так, теперь... А, ну да. И вот это ж я... Начертил вот эта штука толщиной 1 мм. Тут начертил. Сейчас как-то буду пробовать прорезать этот самый дырку, чтобы оно туда заходило. Вот такая получилась коробочка, но я еще и не клеил ее. Так просто сложил, как оно что будет. Углы вроде ровные, чтоб туда ж заходила эта крышка.
вот эту. Да, сейчас я вот эту. У меня тут есть вот такая штучка. Как раз 1 сантиметр. Сейчас я вот так вот на нее положу. Во, и как раз оно будет четко. Никогда она не убежит. Ложу линеечку, беру мою любимую отверточку, хотел сказать, мой любимый ножичек, и потихоньку прорезаю с одной стороны, потом с другой стороны, а потом на излом беру, и оно лопается. Но это я на всякий случай, мало ли, может, кто не знает, как оно режется. Прошел час, коробочка высохла. Сделал я уже крышку. Прорезал тут дырку, ну, чтоб вытаскивать эту крышку. Или так, без разницы, в принципе.